Муфтия Дагестана продолжает оказывать весомую помощь больницам, где врачи спасают жизни людей. На этот раз представители муфтията выехали в Акушинский и Сергокалинский районы. Они посетили местные больницы и встретились с простыми жителями, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Подробнее в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Протянули руку помощи. Огромное вам спасибо. Вообще с первых дней этой ситуации религиозные структуры очень взаимопонимающе отнеслись к этому. Это благодарность врача Сергокалинской районной больницы. В сложное время муфтият оказал медучреждению своевременную помощь в виде медикаментов и средств индивидуальной защиты. Приятным подарком для их семей стали также наборы продуктов первой необходимости. Это 57 ковид подтвержденных, лабораторно еще большое количество анализов, более 350 человек. Пневмония из них у нас где-то 275 по стационарам уже госпитализированных. Помимо этого, представители муфтията в поселковых магазинах погасили часть долгов нуждающихся. А в рамках акции благотворительного фонда «Инсан» раздали 300 продуктовых наборов. Их получили те семьи, которые остались без пропитания. Как у вас здоровье, как дела? Пойдет. И болеете, не кашляете. Немножко помощь решили сделать. Да, спасибо. Благодаря помощи муфтията спасают жизни людей в Акушинском районе. В центральной больнице была острая нехватка медикаментов. Не было так необходимого сейчас для тяжелых больных кислородного концентратора. Вот только как поступил кислородный концентратор, сейчас уже действует, уже спасает человеческую жизнь. Огромное человеческое спасибо, что они не остаются в стороне. Муфтия Дагестана и дальше планирует оказывать возможную помощь и вместе с врачами делать все, чтобы бороться за жизнь каждого человека. Если что-то от нас еще необходимо, мы всегда будем рядом и готовы помочь. Хамза Нурмагомедов, Алиасхаб Магомедов, Дауд Гасанов, Новости 24, телеканал ННТ.